В дежурную часть полиции Лунинского района Пензенской области обратился преподаватель местного колледжа. Он сообщил, что возле учебного заведения увидел группу подростков, которые собирались употребить вещество зеленого цвета, похожее на марихуану. В данный колледж была направлена следственная оперативная группа, в результате чего у данных студентов было изъято зеленое вещество и в последующем направлено на экспертизу. По результатам экспертизы было дано заключение, что данное зеленое вещество является наркотическим средством марихуана. При получении объяснения от данных студентов была получена информация, то, что данное зеленое вещество одному из студентов выдал гражданину Узбекистана, который проживает в село Синдор на территории Лунинского района. Установлено, что гражданин Узбекистана на протяжении 3 лет находился в России нелегально. По адресу его проживания полицейские обнаружили вещество зеленого цвета. По результатам исследования оно было признано наркотическим. Возбуждено уголовное дело. Принято решение о выдворении задержанного за пределы Российской Федерации.